фильме «Сонная лощина». Констебль Крейн. Икабод Крейн, это вы? Вы меня в темноте по затылку узнали, что ли? В 1799 году уже летали вертолеты. Я в шоке. Слово «Дом правосудия» пишется через дефис. Видеозапись почему-то пустили задом наперед. Но я для вас изменю, как она должна быть. Иногда всадник без головы сам на себя не похож. Двое могильщиков идут закопать могилу Мазбета-старшего. При смене кадра, наверное, ушли на перекур чая попить. Одежда покойной вдовы Уинсу вся в земле и грязная. На хирургическом столе одежда уже словно из стиральной машины. У меня возникли два вопроса к Брому. Первый. Как ты смог удержать рукой тыкву на скаку? Второй. Почему у тебя тыква самостоятельно возгорается в нужный момент? Кстати, Библия, которую дают Икабоду в Сонной лощине, и Библия из воспоминаний его детства, это одна и та же книга. Это заметно по одинаковым мятинам на книгах. Одинаково наклеить шрамы гримерам явно не удавалось. Мама Икабода взлетает, вращаясь. При смене кадра статично, а вокруг нее кружится камера. Руки колдуни в кандалах достают до середины стола. Когда в нее вселяется дух, то перелетает весь стол. На проекторе мы видим комбинацию «Кракен, ведьма, дракон». На стене уже почему-то отображается совсем другая комбинация. На стене уже отображается проекция Кракена. Но мы видим, что Кракен в проекторе еще не повернулся туда. Проекцию Кракена на стене перевернули зачем-то наоборот. Всадник лишь имитирует, что вытаскивает мальчика из-под пола. Катрина местами сама на себя не похожа. Сапоги и кабута все грязные в пыли и земле. У могилы всадника уже их словно гуталином намазал. Одежду Икабода залила всю кровью, которая самоочищается около могилы ясенского наемника. Горожанин выбивает мушкетами в церкви стекло. Чуть позже те же самые люди делают это снова. Кол от забора должен был разбить стекло окна церкви. Катрина рисует любовный оберег на полу с грубыми ошибками. После страшного сна должны кровоточить шрамы. На пол мельницы кто-то явно налил бензин. Чтоб актер не упал, веревку закрепили за пояс. Одна из лошадей в погоне была светлой масти. А нет, походу я себя уже исчерпал. И Икабода с Катриной на мельнице подменили дублеры. В сцене погони Икабода подменил дублер. А Мазбет-младший повзрослел на лет 10. Зубы всадника не совпадают с зубами черепа. Ты впрямь немного ведьма, Катрина. Почему ты так говоришь? Ты меня околдовала. Мне несложно заставить тебя полюбить мою душу и тело. Приворотов полно у меня, но я с детства иного хотела. Несмотря на свое колдовство, что досталось от мамы пропащей, мне хотелось всегда одного – настоящей любви, настоящей. Не хочу колдовства между нами хватает.
ночами я летаю. Да, я ведьма, и не скрою, я мужчин за зло отжигаю.